Так, здесь вообще не знаю что. Но, естественно, я все это смонтирую. То есть, каждый анбоксинг будет происходить по отдельности. Так, ну здесь, кстати, самая простая упаковка. Можно было вскрыть ее на почте. Просто, да, нет. Я удивляюсь, из каких материалов они делают упаковку, но почему она такая плотная? Так, и что это? Блин, столько всего поназаказывал, я уже даже не помню, что есть что. Да неужели? Да неужели? Я даже не думал, что эта посылка придет, потому что в Россию эта посылка, если верить трекеру, пришла еще 2 месяца тому назад. То есть я уже как бы забил на посылку, она стоила всего 100 рублей, и как бы, ну, не стал даже поднимать заявку, жалобу, потому что продавец сказал, что она 100% должна дойти. Он как бы гарантирует и просит, ну, уже не было больше возможности продлевать срок, и он уже просит, что типа, ну, пожалуйста, да, я гарантирую, что она придет. Я не стал спорить с ним, подумал, ну, бог с ним, 100 рублей, да, он поставит пятерку мне. В итоге пришло, что это такое? Я использую для записи, вот я сейчас снимаю себя на мобильный телефон. И у меня для записи специальный штатив от компании Sony. Я уже делал его обзор. И, внимание, штатив от компании Sony стоит штатив с логотипом Sony. Вот, когда я снимал обзор, мне кто-то написал, что, чувак, ты можешь взять не хуже штатив, да, допустим, с какого-нибудь китайского магазина. Я вот взял себе штатив для айфона. Это специальный штатив для айфона, получается, треногу у меня уже есть. Просто вкручивается, здесь как бы должно это все фиксироваться, но я более подробно разберусь. И это получается вот такой вот штативчик для айфона, для съемки видео с телефона. Вот, я вообще не ожидал, что он придет, я уже все как бы смирился, что посылка потерялась.